Спортивные волонтеры – это бесценные помощники на любом виде соревнований. Участники образовательного проекта «Волонтер» на практических занятиях по спортивному добровольчеству разучивают кричалки и слоганы «Зажигательные танцы». А на тренировках мальчишки и девчонки готовятся к физкультурно-спортивному празднику «Большой старт». Виктория Шапрова уже год занимается спортивным волонтерством и считает это направление своим любимым. Мы учили танец для того, чтобы представить всем конкурсантам и те, кто участвует в этом конкурсе, чтобы поднять их настроение и сделать это мероприятие немного веселее. Перед соревнованиями спортивные волонтеры проходят обучение, изучают схему стадиона и расположение спортивных площадок. Владимир Маршов из Лабинска на большом старте впервые попробует себя в качестве спортивного волонтера. Спортивное волонтерство – это волонтеры, которые выступают на олимпиадах, проводят всякие разные флешмобы, помогают в организации, рассадке и так далее. Волонтерский опыт я начал набирать недавно, потому что это мой, как можно сказать, первый опыт. Начался с этого лагеря смена. В спортивном волонтерстве важно умение работать в команде. Здесь все как в спорте. От слаженной работы зависит конечный результат. Педагог-хореограф Кристина Габитова довольна волонтерами и уверена, что большой старт на второй летней смене пройдет на высоте. Ребята молодцы, хорошо справились. На постановку хореографического номера нам отводилось всего 1,5 часа. И я думаю, они замечательно выступят.